14 февраля во многих странах мира отмечают День всех влюбленных. Праздник берет начало еще с Древнего Рима, но активно его начали отмечать в 19 веке. Такая мода пошла и у нас. Интересно, а что истринцы думают насчет католического праздника? Какой праздник вы считаете самым романтичным? День влюбленных, да. А как вы его отмечаете? Нормально. Самый романтичный. Пасха. Нет, победа. 9. А вот Валентин сейчас 16 было, или 14. Это уже не для нас. Для нас победа. Скажи, какой праздник ты считаешь самым романтичным? Не считаю таких праздников. Их нет. То есть вообще нет романтичных праздников? Нет. Новый год. Романтичным? Ну, как обычно, наверное, 8 марта. Ну, еще вот День Валентина, ну, 14 февраля. Сегодня мы готовимся тоже. Скажите, какой для вас самый романтичный праздник? Ну, не День влюбленных. А какой? Новый год. А почему Новый год? А потому что это Новый год наш, исконно русский праздник, Новый год. А это праздник не наш. Для меня Новый год всегда. А почему? Потому что всегда что-то он... Ожидаешь чего-то хорошего, даже в том возрасте, в котором я нахожусь. А вы слышали что-нибудь про 14 февраля, День всех влюбленных? Я слышала, и я этот праздник, ну, не скажу, чтобы игнорирую, но он мне не очень нравится. Я считаю, что он не наш. 8 марта, наверное. А почему? Потому что цветов очень много, улыбок, солнца. А про 14 февраля что-нибудь слышали? Слышала, конечно. Как относитесь? Очень хорошо. Какой праздник вы считаете самым романтичным? Не знаю. Может быть, Новый год, может быть, Масленица. 14 февраля, конечно. А почему? Ну, День влюбленных. А как вы отмечаете этот день? Ну, как? Вот, никак не отмечаем. Просто хороший день и все. Настроение хорошее. Да, и весна к тому же впереди. Не знаю. Что надо сказать, что День Святого Валентина? Нет, какой вы считаете романтичным? Ну, не знаю, для меня как-то просто романтика не имеет особой ценности, поэтому не могу ничего на этот счет сказать. А вот про 14 февраля вы сказали День Святого Валентина. Как вы относитесь к этому празднику? Да, обычный коммерческий проект. Спасибо, очень интересный ответ. Да ладно, что ж интересно. Все вот эти, все очень многие праздники, они стали коммерческими проектами. Сейчас все покупают друг другу эти подарки дурацкие. Это вообще никому не нужно. Если человек любит другого, так он ему будет покупать просто так, потому что ему хочется, а не потому что этот праздник настал. Ну а мне в День всех влюбленных хочется пожелать всем, кто нас смотрит, любить друг друга и показывать свою любовь не только по праздникам. С вами были Алена Кудырко, Максим Рыков. Смотрите нас на портале Истра.РФ.